Всем привет, мои хорошие, с вами Кэмери, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня мы опять с вами будем кушать. Как здесь пахнет, вы просто не представляете, я еле удерживаюсь, чтобы не начать это все кушать. Вообще фрукты, самое любимое — это клубника. И сейчас как раз таки сезон, я решила заснять для вас такое видео. Идеи свои я, конечно, черпаю из комментариев. Одна девочка мне в комментариях написала, что сними видео, как ты ешь клубнику. Я подумала, гениально. И что я сделала? Я приготовила себе шоколад, вернее, я просто растопила плитку шоколада, буду макать клубничку в шоколад и кушать. Далее, значит, здесь сахар. Я сахар не очень люблю, но для разнообразия. Очень странным моментом является то, что я обычно фрукты ем с чаем. Все вокруг крутят у виска, то есть это все не сочетается. Принеси да мне чай, пожалуйста. Да. Вот даже сейчас я маме сказала, что принеси мне чай, я буду пить чай вместе с клубникой. Она так странно на меня посмотрела, в смысле, что происходит. Обязательно пишите в комментариях, кто также любит фрукты именно есть с чаем. То есть запивать фрукты чаем. Как вы видите, приготовила я клубники очень много. Просто это все не влазит в кадр, поэтому я буду есть по частям. Вообще, главной задачей этого видео будет не съесть как можно больше, а съесть действительно столько, сколько я хочу. А хочу я ведро. Так пахнет, я не могу. Мамочка принесла мне чаечек в розовые кружечки. У меня все розовое, и ногти розовые, и комната розовая. Она вообще такая девочка. Итак, давайте приступим. Начнем. Самый крупный. Красавец, иди сюда. Очень вкусно. Я всегда в первую очередь ем самые крупные. Я купила 2 килограмма. Я думаю, что я съем все. Вообще, я помню в детстве, когда мама делала из клубники варенье, я всегда с ней ругалась, что не делай, не порть мою клубнику, я буду все есть. Когда мы жили в России, мы жили в частном доме. И там мы тоже посадили клубнику, но у нас никогда не было такой вот крупной именно клубники. Всегда была какая-то мелкая. Очень сладкая. Я даже не попробовала шоколад, потому что и без шоколада очень вкусно. И давайте все-таки потестим. Макаем в шоколад. Ау, ау. Это нереально вкусно. Это очень вкусно. Супер. Просто супер. Это божественно. Я не очень люблю сладкое. Не могу сказать, что я прям сладкоежка, но это мне очень нравится. Давайте то же самое попробуем проделать с сахаром. Вот так вот. Ну нет, с шоколадом намного вкуснее. Берем крупную клубнику. Инструкция, как это нужно делать. Я вижу какого-то муравья здесь. Ну блин, что ты здесь делаешь? Даже без ничего очень вкусно.
Я еще, наверное, целое видео буду повторять одно и то же слово. Очень вкусно. После последнего видео на меня посыпалась куча комментариев, что какую хрень ты снимаешь, давай опять влоги, те, которые раньше снимала. Ой, копыта. Я сама, если честно, подсела на видео блогеров, которые просто сидят и едят. Раньше я считала, что это полнейшая чушь. Я не понимала людей, которые вообще смотрят подобного рода видео. Но как-то последнее время каждый мой день, каждый мой обед или ужин не обходится без блогера, который просто сидит и кушает на камеру что-то вкусное. Поэтому прошу меня понять. Кому-то нравится, кому-то нет. То есть я понимаю, что я не могу нравиться всем. Это нормально. Вот я люблю вкусную еду, но не могу я. Знаете, одно дело просто поесть чисто, чтобы не быть голодным, а другое дело прям получать удовольствие от еды. Вот сейчас я получаю удовольствие. У меня в ход только шоколад идет. Красавец пошел. Обожаю этот запах клубники. Он мне напоминает детство. Как только начинался сезон клубники, мы с братом давай искать. Ну, у нас какой-то, знаете, сорт был. Ой, блин. Сколько штук, интересно, я уже съела. Господа, не забываем, у меня здесь еще один противень, который просто не уместился в кадре. Он просто божественный. Макаем. Я вообще не люблю горький шоколад, говорят, что он очень полезный. Как и в прошлом видео говорила, я считаю, что еда должна приносить удовольствие. Есть люди, которые едят просто полезную пищу и не получают при этом никакого удовольствия. Я не могу так. Пусть даже это не полезно, но я не могу. Я должна питаться вкусно. Других вариантов нету. Мама всегда говорит, нужно каши там всякие кушать. Но я не люблю. И заставлять себя я тоже не умею. Вообще сочетание клубники и шоколада обалденное.
Кто-то мне сейчас пишет в моем инстаграме. Очень часто общаюсь со своими зрителями в инстаграме. Раньше вообще и в ютубе. Старалась на каждый просто комментарий обязательно отвечать. Но сейчас я уже просто, девочки, не успеваю. Столько комментариев. По возможности, если я вижу комментарий, я обязательно отвечаю на него. Даже на негативные. То есть это не значит, что когда мне пишут какую-то гадость, я отвечаю тем же. Я стараюсь как-то аргументировать свою мысль. Я не обижаюсь на людей, которые пишут мне гадости. Ну, смотря какие гадости, конечно. Если человек просто выражает свою мысль, то я считаю, что это нормально. Если я человеку не нравлюсь, я считаю, это тоже нормально. Очень вкусно. Испачкал брюки. Шоколад. Осталось совсем чуток. Совсем чуть-чуть. Но до сих пор я ем с удовольствием прям. Очень вкусно. Как шоколад пахнет. Так увлеклась, что совсем забыла. Макаем. Я думаю, что скорее всего второй поднос у меня съесть не получится. Вернее, получится, но это уже я буду заставлять себя, а я хочу есть в удовольствие. Пусть лежит здесь. И делаем вот так. Вообще клубника сама по себе очень сладкая. Но когда макаешь ее в шоколад, она становится божественная. Обязательно пишите в комментариях, любите ли вы клубнику. Мне кажется, на Земле не существует человека, который не любит клубнику. Тем более сейчас сезон.
Вот это размер. Посмотрите, какая она огромная. Но не факт, что она сладкая. Сегодня нам чаечек вообще не пригодился. Ой, господи. Я поставила в историю 2 подноса с клубникой. Там девочка пишет мне: будь аккуратнее, говорит, у тебя может быть аллергия потом на клубнику. Я просто волнуюсь за тебя. Так приятно, что кому-то не все равно. Кто-то за тебя волнуется. Спасибо большое всем за теплые комментарии. Мне очень приятно, я все читаю. По возможности стараюсь всем отвечать. Осталось совсем чуть-чуть. 5 клубничек. Я вам скажу так, даже сейчас я ем с кайфом. То есть одно дело там заставлять себя из-за видео. Не. Очень вкусно. Забиваем чаем. И как видите, сахар у нас остался нетронутый. Зато шоколада почти нет. Осталось на донышке немножко. Я думаю, что на сегодня достаточно. Очень надеюсь, что это видео вам понравится. Если это было так, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также не забывайте подписываться на мой инстаграм. Там меня гораздо больше, и там я в режиме онлайн часто провожу прямые эфиры, отвечаю на ваши вопросы, поэтому обязательно подписывайтесь. Ссылка будет в инфобоксе. А на этом все. Я вас всех очень сильно люблю. С вами была Эмили, всем пока!